Вову нам по-братски жалко, видно, что переживает. Нервно курит он свой айкос, ведь команда все лажает. То в велюре зависают карантинною весною, то сравнят однопартийца с корабельною сосною. Невозможно сложная Зеленского стезя. Думал, жить на даче можно, по весне сажать несложно. Шторсы нас снять возможно, а по факту получилось, что нельзя. Ой-о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 й, нельзя! Ой-о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 й, нельзя! За Кличко обидно очень, вроде здравые есть мысли, он их высказать нам хочет, а выскакивает писька. Ну а с Лёшкой Гончаренко ситуация обратна, он ведет себя как писька, хоть и говорит понятно. Мы оба же жалеем, нужно им определиться. Дома жрать и у соседей, это ж треснуть ягодицы. Порошенко нам не жалко, хоть худой стал не на шутку. Есть кому жалеть Петруху, гривен так за 300 в сутки. Как же тяжела у Алексеича стезя. Петю бы, конечно, нужно вместе с Гонтаревой дружно. И Медведчука бы тоже, только почему-то до сих пор нельзя. Ай-я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 й. Вот кому реально жалко, это всех нас украинцев. Мы себе позволить можем только на ночь помолиться. Правда, если б доходили боженьки молитвы наши, в Раде были б только люди, а не эти персонажи. Невозможно сложная у всех у нас судьба. В Украине жить возможно, и неплохо даже можно. Только непонятно, почему нельзя. Почему нельзя? Почему нельзя? Ой-ой-ой.